Дорогие друзья, нами пойман здесь с поличным известный мошенник, который разводит не только простых граждан, но уже добрался и до самой верхушки. До самой верхушки добрался уже он нашего общества. И не только нашего, кстати. Да, и не только нашего, весь в стразах. Сергей Листопад. Листья падают, кружась. Сергей пришел к нам. Под ноги ложась. Отлично. Серега, мы здесь по поводу дня рождения Игоря Сандлера. Да. По поводу присвоения ему звания заслуженный работник культуры Российской Федерации или просто России. И еще посвящен выходу двойного альбома. Его же. Что-то есть сказать у тебя полезное? Во-первых, хочу поздравить Игоря с днем рождения, пожелать всего-всего, что есть. Все добро, которое есть в этом мире, пускай будет принадлежать ему. Не только в этот день, но и полностью в его жизни. Хороших друзей, денег, здоровья, опять же, здоровья и здоровья. Да-да-да. Я забыл сказать, что Сергей Листопад возглавляет союз мошенников шоу-бизнеса, да. И является величайшим фокусником. Единственным. Единственным в этом союзе. Но это все, конечно же, серьезно. Это очень серьезно. Через какое-то время вы увидите, что появится Министерство чудес, и он, конечно, будет его возглавлять, потому что ничто иное, как чудеса нас ожидают. Ты прям в будущем. Читаешь мысли, потому что не Министерство чудес. Я ехал сегодня, прям сегодня была мысль. И думаю, блин, надо что-то такое придумать. И думаю, Академия чудес, там, Министерство. Вот эти мысли. А потом думаю, какая нафиг Академия, какое Министерство? Мир чудес. Брать так глобально. Планета чудес. И все. Министерство. Местечково берете, Сергей? Нет, мы это нормально берем. Так что вы можете не сомневаться. В какой валюте? Во всех. Да, хорошо. YouTube международная, так сказать, организация, поэтому здесь всего хватает. Да, да. Ну и на финал, конечно, вкратце ваши творческие планы. Кого вы еще хотите объегорить в этом году, в 2013? До Обамы никак не доберусь. А так уже всех удивил. Я думаю, не, серьезно, и наших, и стран СНГ, Украина. Вот последнее время что-то полюбила прям гулять. Тебя, да? Да. Но это не просто так. Да? Нет. Это замышляют что-то? Я думаю, да. Переворот? Я думаю, что тебя там как раз могут ожидать большие чудеса в плане политики. Да не, навряд ли. Я туда только за бабками ныряю. Это мое рождение. Родился и прям так ярко стало. Ну а как же еще? Вас все равно не слышно, поэтому. Да, вас все равно не слышно, поэтому можете вопрос задавать. Да, тут спросили Сергея, что яркое впечатление его жизни. Я думаю, что самое яркое впечатление в его жизни еще не наступило. Да, молодец. Поэтому на этой радостной ноте мы желаем Игорю Сандлеру дальнейших успехов в его творческой деятельности, а также в деятельности, как сказал Андрей Алексин, благотворителя. И, естественно, присоединяемся ко всем поздравлениям, которые были, есть и будут после нашего интервью с Сергеем Листопадом. Для вас, Сергей Листопад, заслуженный работник чудес всех стран СНГ и, возможно, скоро Америки, Сергей Листопад, Сергей Листопад. Свистоплясов. До новых встреч. Спасибо, до свидания. Как на английском будет листопад? Так и будет листопад. Не так. Ноябрь. Не-не-не, там что-то другое должно быть. Там что-то другое. Ну, мы уже прощались. Да.